по 8 врачам. В городе работают сегодня 2 программы, республиканские и муниципальные, по привлечению в первичное звено специалистов. Сегодня четкая задача поставлена перед руководителем учреждения здравоохранения по целевой подготовке кадров. Дальше продолжать. Имеем проблемы в структуре смертности по внешним причинам, уважаемые друзья. 65 человек у нас ушли, работоспособно население. На следующей неделе совместно с администрацией, силовыми структурами мы будем проводить. Дальше, чтобы вот те проблемы, особенно дорожно-транспортные, отравление алкоголем, которые у нас являются причиной смертности по внешним причинам. А так, в целом, если смотреть, уважаемые друзья, хочу сказать, что отрасль здравоохранения динамично развивается. Кадровыми задачами мы занимались и будем заниматься.